Более 5 миллиардов рублей налоговых отчислений поступило в консолидированный бюджет республики за 4 месяца этого года. Это более чем на 140 миллионов рублей больше запланированного. Напомню, что основные бюджетные показатели утверждены законом о республиканском бюджете, который был принят Госсобранием в декабре прошлого года. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост на 3 процентных пункта. Как отмечают в налоговой службе, наилучшая динамика в росте налоговых поступлений в бюджеты муниципальных образований. При этом положительная динамика поступлений отмечена по всем основным доходным источникам местных бюджетов. В частности, поступление налога на доходы физических лиц выросло на 11%. Это почти 75 миллионов рублей. Кроме прочего, как рассказали в региональном ФНС, в Мариэл более чем в 3,5 раза снизилась так называемая эмиграция юрлиц. В январе-апреле из Мариэл в другие регионы выбыло 7 организаций. За этот же период в 2017-м – 29. Вместе с тем в нашу республику из других субъектов России прибыло 15 юрлиц, в основном из Татарстана и Москвы, а также Нижегородской, Кировской и Ульяновской областей.